Ольга пьет кофе, и у нее вот чего изобразилось. Я еще не пила, я только поднесла, такая дынц, и взгляд у меня остановился вот на такой, на таком изображении. Вот что бы это означало, да? Не, вообще ассоциация какая у тебя сразу вот на этот рисунок? У меня ассоциация собака. Собака, а у меня почему-то сова. Не, смотри, как одинаково, да, на расстоянии вот эти вот глазочки. Собака, либо, если бы глаз не было, пробка из-под нет, не из-под вина или из-под коньяка. Фужер с пузырьками, фужер, шампанского. Фужер. Еще что ты видишь? Еще что ты видишь? Вазочка со льдом. Ну, на собаку точно похоже. На собаку? Да. Вот, я вот справа. Собаку вообще не вижу. Справа уши, глаза. Ты, похоже, да. Уши, глаза и вот тут вот внизу как бы мордочка, если так, да? Ой, да. Прикольно. Больше всего на собаку похоже. А дальше уже можно... Ну или, допустим, большой чан такой, выливается вода. Я сейчас скажу тебе на голый торс волосатый с сиськами. Да, это если только расчлененный, да. Ну, что же это, ну, рук нет, рук нет. Не, ну просто нет. Так сфотанный. Да, таза нет, нет. Знаешь что, на морду инопланетянина. Нет, на инопланетянина у нас есть товарищ один. Не, вообще как интересно, похож. Вообще интересно. Такие узоры иногда в это прям класс. Ладно, может, надо. Собачка кофе тоже захотела пить. Подошла такая локальная. А с этой стороны, вот если посмотреть боком, это вообще морда какого-то тигренка маленького. Вот прям вот глазки такие. Это вот глазки, вот ушки, как будто выглядывает откуда-то. Они же пусть будет и как даже внизу кустарник. Ноздри есть. Я вот кустарник вижу ноздри какой-то. Уже внизу. Уже ноздри выросли. Или были уже. Какое-то животное прямо инопланетное. Ну, а это вот так боком мне вообще на кота похоже. А мне на собаку. Вот так вот вообще боком. Ха-ха-ха. Вот кот. А, ну вот так. Даже кот. Да. Мордочка, ну, наполовину чуть-чуть. В траве сидит такой. Чуть-чуть. Пузырьковый. Ладно, надо уже пить кофе. Она растекается, и уже другой совсем рисунок становится. Нарочно не придумаешь. Да, нарочно не придумаешь, но надо же. Сейчас так вот, а вот капнуть, и уже совсем другое будет. Мордочка размыта чуть-чуть. Ага. Бзик. Рисунки на кофе. Все. Смыло. 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 Уплыло. Ну, сейчас на цаплю, что ли. Уже на слона растекающий. Да, на слона. На слона или на цаплю. На слона с хоботом. На слона с хоботом. Ладно, у меня уже масло скоро закипит. Это зоопарк. Зоопарк в кружке. Это зверинец. Ну, правильно, это пирожки с капустой, они на капусту и слетелись. Как мне нравится на природе жарить пирожки. О, смотрите, тесточка. Вот это тесто полежало ночь в холодильнике на кефире, бездрожжевое. Вы посмотрите, какая прелесть. Я сейчас вот разрежу. Консистенция. Вот тут. Интересно, вот. Что еще оно тут будет сейчас? Если еще... Ну, давай плескани. Плескани. Сейчас посмотрим. Смотри, какое пузырьковое. О! Тесто пускает пузыри. Угу. А кофе рисует зверей. О, какие у нас тут события. У меня уж кофе остыло, я все смотрю на зверей. Тут слон растекшийся. Это называется кофейный парк.
Был парк юрского периода, это кофейный парк. Да уж. Или зоопарк в кружке. Зверинец.